Брак Ольги Зарубиной и Александра Малинина до сих пор не дает покоя поклонникам двух звезд. Красивые, молодые и успешные артисты должны были стать примером для многих коллег, но их отношения не сложились. Певица признается, что в то время супруг больше был занят карьерой, чем семьей, поэтому постоянно пропадал на концертах. Когда Малинин услышал о том, что Ольга беременна, то не испытал восторга, ведь у него уже был сын Никита от первого брака, да и успехи на сцене стали приносить хороший доход. Когда я была первый раз беременна, он был категорически против, настоял на прерывании беременности. Говорил, что еще не готов иметь детей. Уже есть ребенок от первого брака, говорит Зарубина. Дочь Малинина Кира Фото. Программа «Секрет на миллион» на телеканале «Инф». По ее словам, после этих разговоров она сама отправилась к знакомому, который помог избавиться от ребенка. Ольга сожалела о случившемся, поэтому, когда через год узнала, что беременна во второй раз, то твердо решила рожать. В этот раз Александр не стал препятствовать, и через 9 месяцев на свет появилась их общая дочь Кира. Но Зарубину ждало новое испытание. Малинин стал сторониться малышки, семьи и пустился во все тяжкие. Уже тогда их отношения были накалены до предела, поэтому Ольга считала, что родив, сможет удержать звезду эстрады. Но это не помогло. Впоследствии Александр даже отказывался признавать дочь о родстве. Стало известно после проведенного ДНК-теста. Не знаю, почему он отказывался признавать Киру. Может быть, потому что не хотел никогда, хотя она как две капли похожа на их семью. Когда увидели, то сказали, копия Выгузов, признается Зарубина. Ольга Зарубина не держит зла на бывшего мужа Фото. Лиджин Медиа с дочерью артист встретился лишь в 2010 году на одном из ток-шоу. Кира вспоминает, что биологический отец встретил ее холодно, хотя ей ничего не было нужно от него. Более того, третья жена певца, Эмма, оскорбила девушку, намекнув на проблемы с лишним весом. После этого шоу Кира на несколько лет впала в депрессию, резко похудела и даже признавалась матери, что задумывалась о самоубийстве, но все же смогла найти в себе силы простить отца и двигаться дальше. Сейчас дочь Малинина помолвлена с 42-летним строителем Джошуа и проживает в старом доме на окраине Сиэтла. Жених поддерживает девушку, которая старается найти место в жизни и занимается то модой, то прическами. В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Зарубина призналась, что пока у Киры нет желания приглашать звездного отца на свадьбу, хотя Ольга была бы не против, если бы Александр проявил интерес к этому важному событию, но в этой семье Малинин ничего не решает, только его супруга считает экс-жена. Клэспоуст 662 292 подписчика.